Попрыгай. Ой, как здорово! Василиска! Тебе нравится, котенок мой? Ну, опа! Осторожно! Папа, лови ее! Давай! Давай к папе на ручки, папа тебя словит! Опа! Класс! Мне нравится прыгать! Какой классный батут! Тихо! Опа! Ой, как здорово! Папа, лови ее! Вот это весело! Вот это горочка! Мама! Мама! Да! Ты что, напрыгалась? Иди купай. Мама позабирает. Право, это было прекрасно. Я наблюдал и просто раз не мог сорвать учителя. Давай будем с тобой рисовать на песочек, да? Давай. Него немножко нарисуем. Мама сердечко нарисует. Помочь себе, Зай? Ты прыгать собралась? Настя, поросенок Настя, иди сюда. Сейчас обойдет, сюда подойдет. Вот попрошайка. Ты пришла просить картошечку? Слушай, ты как собачка. На, иди кушай. Иди, Хрюшка. Настя, вон картошку я тебе кинула. Иди кушай. Ой, боже мой, какая прелесть. Ай! Ой! Иди сюда. Спасибо, зайка, ты мама солнышко ласка светит. Здорово, наша красавица. Девочка топ, воу, круче, чем фотошоп. Да. Сердце пулит, как глок, ты для нее не готов. Не-а. Тебе в голову лезет эти строки для песен. Она не рядом, да бесит, но раз влюбился, добейся. Эта девочка с картинки, мне так нравится. В волосах ее резинки, только не делите нас на половинки. Я люблю ее, она любит вечеринки. Моя девочка. Эта девочка с картинки, мне так нравится. Но в волосах ее резинки, только не делите. Смотри.
смотришь на меня без сомнения. Мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление.